Доброе весеннее утро. Вот такая вот у меня тут цветотерапия. Яркие краски, витаминчики. Зеленые яблочки, красные, апельсинчики. Вот мне нравится, что как светофор такое яблоко. Но больше мне нравятся зеленые, они кислее и лучше выработка желудочного сока на них идет. Но апельсин вообще бодрит. Вот так вот съедаешь немножко цедры, даже с цедрой вместе. Эфирные масла. Вот такая красота. Просто вот любуюсь. Настолько это природное, все красивое. Такие прям витамины. Вот оно, здоровье в корзинке. Ну вот же оно. Вот оно. Это я себя уговариваю, чтобы не жрать всякую дрянь, там вареную, мертвую еду. Термообработанную, чтобы хотелось мне прям этой живой еды, витаминчиков. Вот оно прям создано природой для меня. Красота.